Блять, у нас три этих, как его. Три по один, дайте кулак. Знаешь, я посмотрел в поле Power, и я вижу там только себя. Я спросил, что бафает паладина, и они молчат. Как ты думаешь, блядь, как я узнаю, что они бафают? Да лог на Луцине, просто отец на Вадиме, который шамана танчит. Просто отца подхотываем. Демонический камень души кому кинуть? Холипала апнутый кулак или нет? Ну кинь по шторам. Еще раз чек. Каски тогда бафну. Давайте крайний чек. Вадим, что бафаешь? Ты бафаешь. Вульф, что бафаешь? Кресты, да? Нет, кулаки. Там кулак кулаки апнутый нужен. Танки-то не капнутый кулак. 500 вульф, принимай готовность. Я начал считывать. Луцинь. Луцинь, ты тут? Дайте. Все готовы. Долог, ты тут? Подождите. Долог готов. На счет 3. А, вот по атаке. Что там от льда нет? Хант, это же хранитель, да? Да. Забирай, брат. Там дело не все. Ложитесь. Что там с танками наверху происходит все время? Почему они все время дохнут? Я не понимаю. Потому что не захилили. Как вы там, кто там хилил? Как можно не захилить? Ну, первыми сейчас умерли три хила почему-то. Там, ближе... Смотри, вот стоит Луцинь, он проседает достаточно сильно, потому что он держит несколько. Его не могут захилить, нормально. Я уже подхожу, помогаю его хилить, там, исповеди, чем угодно. Он все равно падает. Ну что, я хуёво хилю, кто там со мной хилит его, я вообще не знаю. И не обращаю на это внимания. Он падает. И так, просто... Далоку, значит, соточку за отсутствие саппорта. Может, он тогда пета и босса поддержит, а я ханта, блядь, эту пизду. Давай, Вадима, паладин, ресницы наверху не дотянулся. Просто как, я не понимаю, блядь. Понимаете, что сейчас было 8 хилов? Как танки дохнут наверху? Куда давайте йотом могу в танке с пекнусом кого-нибудь одного. Так ты, Луцин, ты к колонне подойди спиной, встань в колонну, у тебя, блядь, не будет откидывать. Я говорю,
Йотуну. Спекайся. Под колонна, вот рядом с флагом. Просто отца просил хилить. Чё-то... Блядь. Там все достанет, и там же стоишь, вот там же колонна. Есть. Ханта поддержишь. Можно просто опять спросить, там... кто наверху хилит из хилов, вот, пожалуйста? Я же говорил, просто отец хилит Вадима, который танчит шамана. Его ход... Ханта, ты кто и где его держать? Просто отец, одевай обратно. Ты пять, вот сюда, ты прямо на огонь. А? Кружок стоит. Твой, Хант. Кружок, да? Держать его где? Вот здесь. Держишь его вот здесь, вот рядом с тем местом, где они стоят. Только в босса вот его не ставь, там АВЕ идет от босса. Чекнул. Там я тебе предлагал держать рядом с колонной, где метка стоит, тут свинен. Да я понимаю, где стоит. Там вопрос не в этом. Нет прохила. Ты жопой к рейду стой. К краю вот к этому. Стойте посередине, там рестор. Шаманом можно доставать двоих танков. Ой, поставь просто... Поставь метки просто на танков. Может, они не видят их, не знаю. Так, короче, я кружка держу в кружке. Бабу держит в раз, полуцинь босса. Ты ебаного кружка. А Вадим знает, кого держать. Хотаемся, считуемся. Только кружка не в кружке. А где? У колонны. Ага, все. Главное, чтобы ты от хилов не ушел. Давай, я таймер. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ну так нормально? Жимочки, давай. А твой пэт убегает. Пэт останется. Уже пэнда тебя не достали. Вихрь не ловите, скорость режет. Особенно хилает. Там прикол, что слишком крест близко стоит. Идите второго. Пусти ханта. ВРБ раздать. И даю япончик. Шторы мгновенно. Сильно мама поедет. Давид, ты подождал? Я залагал. Попроси меня. Вот это не снимается. Снимай Ютона прохил.
Прости, вот я не спрашивал. Просто отец, вставай, вставай. Давай, вставай. Йотун, забери шамана. А, полтинник отдал. Я тебе один полотенце, мгновенно поднимись. Запустите моего шамана, я зайду, блин, уже. Крестик бьем. Заберите. Заберите. Там вас тотем настреливает, отойдите подальше. Ложитесь. Почему он так близко держит шамана, не понимаю. Тотем стреляет и убивает рейд. Там танк сдох, кто шамана держал, поэтому он в рейде, наверное. Не? И кто босса танчил, тот тоже ебнул, по-моему. Как он умирает? Который сидит на шамане. Просто отец вылетел. Начинает бесить очень сильно. Пустите моего шамана. А на этого босса никогда не тратим больше одного трая. Да меня достанет трес, если мне вставать. Из-за того, что у нас 8 хилов, нас быстро мобы не сливаются, миники. И это еще больше, нам больше приходится захиливать, я не знаю зачем столько. Да я бы не сказал, что они долго сливались. Что за эксперимент с хилами? 5-6 не справляются? У нас наверху дох. Вага, у нас кто-нибудь вылетит, у нас танки просто дох. Вот я умираю, по мне идет хилочка в 4 косаря, в 6 косарей и по 400 хилочки маленькие. Надо было прожаться, наверное. Я, наверное, все отдаю. Он долго живет очень. Очень долго живет. Я без хила живу очень долго. Да, долго живет. Дофига долго, он красавчик вообще. У него быстрина, 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 опять быстрина, быстрина. Где прохил? Починитесь, джип стоит. Я-то, короче, это, во время рейда охуел, короче, смотрю на поле Пауэр, на почти на всем рейде каски нет, я аж попутал, короче. Шаман же в красной метке держится? Да. Хилит-то вы кто? Давай этот самый, Вадим, будешь звездочку танчить. Я крестик. Вульф хилишь меня. Кто крестик танчит? Обычно, по-моему, там стоит Холи Пау, держит как раз крестик и кружок. Он на одного частицы, на другого хилит. Обычно так, там был. Там обычно там была я. И меня хилили. Все. А Луцинь босса с хантом, а враска в ретрика. Пустите моего шамана. Так, а Йотун чё? Тоже у тебя. Меняемся, я... Ну ладно, я на касках стану. У тебя вся внутри плотки у тебя, да? Ну, кстати, я с ней вылетаю больше так, ну пожалуйста. Йотун в ДД, да? Угу. Вы звездочку здесь держите, да? Дайте кулак только попал, Дима. Здесь звездочку сюда подводишь. Просто когда я пробую гильдии был, мы двое туда сводили. Звездочку звездочки его... ставишь. Как убьют звездочку, заберешь кружок. И туда же звездочку чекнул. Так, я на Вадиме, да? Ты кто? Ш-
шаман просто отец. Ты на Луцине, Далок на Вадиме. Все, понял. На пульте в меня кто-то ханта. Попробуй двоих танков хилить посередине стоять. Все. Так, Вульф, ты видишь возле себя медведя? Вот ты меня хилишь. Я знаю. Все, на счет три начинаем. Подожди, еще кто три. Кто пулит, звезду, кто пулит? Давайте по макросу. Поставьте тотем это льда. Все поставят. Давно не стоит. Вы на меня напуливаете, Роги, а не танк. Давай хиль там, свет небес. Га-га. Мафуха, подержите. Долог сам станешь. Долог. Нет, он написал нет. Берните его. Вот эти Вадима. Что, Рибер не Долока? Буль в себя хорошенько хил. Канта забирай. Шторы, БР не Долока! Шторы! У шторы КД 2 и 3 минуты. Мне не показано, что у него КД. Я без маны, ман инер просто отцу. Прохил Луциня. Луцин, не вижу его. Все, 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 мне дали маны. Хилы, вас тотемом долбим. СБР плюс рейд. Шаман, иди тебе. БРов ни у кого нет, да? У меня есть. Снимите с меня босса, есть БР. Скандер, вставалка есть? Если есть свободные нора, попросту. Нет, к сожалению. Буду экономить. Ставь ТТМ, есть ТТМ? КД, КД у них. Значит, нора по КД отдаёте. Сейчас бьёте, там. Первый у меня откат, я, наверное, не знаю. Себя, наверное, просто что-то отдам. На ману, Дим, сколько тогда? 3 минуты. 3-2. Откатить себя, что? Ну все, вроде уже не сильно бьет. Конечно, не сильно один босс остался. Звезда была только что, да? Поднимаю проню, готовьтесь захиливать. Фулл баф сразу по ханту. Захил фулл баф.
Великий, бомба. Жиз, дай, пожалуйста, Эйнара посилам. Дай цеку стой. Возложение же есть, это ману? Да. 2к почти. Возложение дай по япончику. Вадим по просто отцу возложение. Вульф, чё спрятывай? Не даешь просто отцу, давай. После тычки тотема захиливайте сразу людей на фул. Да, это мы не гидроса не захилим таким, таким филам. Что там захилиться? Никогда не говорите, что мы что-то не сделаем. Сухопутная мразь. Что-то лагает, да? Жестко. Так, Луцинь, Инр и БР есть, да? Да? Да, да, все есть. Дайте Инр по япончику. Да, давай. Просто тотем ставлю. Кому Инр? Просто отец. Он очень будет. Так, ему дал. Кровавый зор поднимать? Да. Суд, короче, гоните сразу. Короче, игра с топ-кадром стала. Ничего страшного. Все, ты подержишь сам. Да, сейчас немножко минутку подержу. 40 секунд, потом откат Синер заберешь. Шесть хилов, видите, хорошенько одна рука. Все ходки были. Заход и выйти Луциня, готовься босса забирать. Забирай иди. Хилы Луциней. Саш, по тебе я. Дал просто отцу. Чё, погибну на ману? Играем. У Далока, кстати, тотем есть. Ставь тотем сразу, что-то надо было. На япончика посадили в пати, где маны не регенят. Ну просто, ну как ДЦ туда посадили? Энки, катутинеры раздавать. Сразу в ходу вешать. Кровавый, ты что там мочишь? Чё, давайте босс. ТП зарабатывает. А ты видишь, что до берсы 2 минуты и... Твой ДПС тут, блядь. Хорошо, что не играет Робер. Проще, постой в сторонке. Не падай по сторонке, еще ребят. Да блин, они сломали, блин, все скины. О, нифига, что упало. Догадайся, кто ее заберет. Я все дахманские скиллы, блин, сломали, а блин. С чего ты решил, все, что он все, должен все. Одновременно давать и новую приморозку? Поисили. Что ты решил, что одновременно должно быть? Это? Ну, было такое. Я два раза на двух ходах. Мага, Байро, Маго, на ногу нужны тапочки. Были. Какие тапочки? Ой, тапочки, господи, штанишки. Нет, это не его. Да я вижу, что не его. Ничего с ним делать, ему просто обратно бабки передать? Или что, я в следующий раз пойду? Да, обратно передавай. Следующий раз гейт пойдет. И в ГБ положишь свои, за то, что мне его прогонят. Не-не-не, ты, короче, кикаешь его с рейда и добавляешь в ЧС. Надо ребутнуться, у меня пинг 1200. Давай-давай, ребутуйся. Стопка а правда. С другой стороны, да, он с нами вайпался, а там хуйни, так я на ничего. Подтягиваемся уже быстрее сюда. Мы ману пили хилы. А там и наряд катились уже.
хуй знает, у меня 1200 пинг, не знаю, посмотрим, что это. Там смотрите, что мне на замену блин, это кстати. Че там, да, два косаря заработал, да, говорят? Что? Ну, робот, сколько там заработал? Два косаря купил? Первая смерть 100, вторая смерть 200. Сейчас я еще это интернет ребут, ну попробуй. Ну, предварка всегда без морали просто. Скажите да ему, вы... а то я вообще, у него давайте начинайте что-то нормальное говорить. Какую-то хуйню слушаю. Вы ему передайте, блять, что я говорю, я у него в давайте муке. Что-то веселое расскажите мне. Они говорят, зачем слушать то, что у хундосит там Редвар, если да, нужно его замотать к черту. Надо чего бундосить. Давайте. Так начинайте. Это не Редвар, Редвар же молчал. Да. Про ГПшку. Ой, Редвар, извини, извини, ради Христа. Я правда не по голосу, то, что ты это Враска, по-моему. И, соответственно, за Каратроса, да? Да, за бейбос. Чё ты, Войт, я не могу понять, возмущаешься? Чуваки этот... лутают по 100 ГП, это вообще так, как... Какое ГП? Я не про ГП говорю. Иди из морали. Этот, ютуб босса потанчишь, если чё, вот это, а? Бля, только хотел топ ДПС показать. Надо. Вот очень сильно. Нафиг ты у меня лагало, я отошел от босса и стоял, а ты зачем? Мы, ну, с пала... это... мы с паладином тут стоим, ты лучше не к нам подводи трэш. Так, для рака ДК поставь там метку стоять. Рано еще, давай я так сказал. Понятно, я просто метку, я знаю, что в коридоре, где имя. Поставлю. Кто уступал место Б? Обратно его в рейд засунул. Как бы ДПС оказался, не знаю. А я вагу выставил. Еще там. Идешь, да, еще? Сейчас еще приеду. Значит, на боссе будет Йотун, а паладин и два мишки на трэш. Гульф в хиле будешь. Кончик ШП. Мгновенная котя. Луцин, ты снова это делаешь, ну родной. Я живу, живу. Я встречаю. Идите, встречайтесь с ним вместе, бегайте, какой-то хер. Я прям помню, на прошлом году то же самое было. Интернет мне вроде помогло. Кровавый. Не, ты... ты... Лет 10 ты начнешь ходить по поликлиникам и с обесом. Кто мне может сказать, где на Яндекс Диске скопировать ссылку, чтобы человек мог зайти и посмотреть мои данные? Щелкаешь по файлу, который загружен на Яндекс Диск. Там поделиться. Верни босса, бей там. Немножко мелких побей. Сколько что можете бей. Да помолчите, не флудите. А если мне надо, чтоб все 5 файлов были видно, или он все зайдет, увидит, увидит? Все зайдет и увидит, если ты просто ссылку на свой Яндекс.Диск скинешь. Полу хпшный хотя бы добей. Там же ссылка есть прям на скачивание файлов. Ага, все, спасибо. Эти станочки. Сливайте трэшку. Босса не трогаем, там его отвернули нормально. Там хит. Там мобы идут целый пак. Чё страшно? Хильте мой дохрошенько. Крутите мастаун, дайте. Нормально всё. Мобов высоких бейте, зверолову вот этих. Точно выделите, убейте.
пока время есть. Ну, люди задыхаются, хорошо. Ничего страшного, на следующем трешу пойдет. Там идти в танки от этого дурака. Бьёнусы его, бей. Вот этих ведьма, вот это ебучая, добейте. Идите. Еще вот он, да, крестик добей. Свитничнитесь, крестик и убейте, это трэш. Это не боссовский. Хорошо. Крестик добейте сначала. Вроде все, да? Все, можем ложиться. Стопаем хил. Это еще один. Поворачивай босса сюда. Вот еще один. Да похуй на одного. Встаем под лицо босса, убираем. Все под лицом стойте. Падайте, сейчас резнемся. Помирайте. Выйдет особо, да? Этих там зауешат потом вместе с теми. Все, встаем. Кто там хотел еще око пойти, ребят? Я не знаю, очень смешная шутка. Только что животик еще не надорвал. Прям, блядь, слезы бегут. Вставай, чего? Где Даркис? Потом замена, типа. Нарте, надо что-то тебе с Варгрима? Нужно. Так, кто там? А что тебе надо? Настя, замени меня от боли. Смотрите, там Лисина. Ну что за дела? Что началось? Чипсы где? Рухнуть. Заходит? Не сбегайте, резните. Тело лежит. Вот тут йотун. Смотришь? Ну. Вот тут вот. Ты будешь стоять. Короче, не доходя палатки, я понял. Угу. Кто щелкает постоянно по клаве? Тык на сумму. Первый трэш Луцинь. Что ты комиссу? Тебя просто отец зайдет уже. Значит, Холипал, ты в курсе, да, диспылить на последней фазе, там надо будет сверки с танков, чтобы стан с них снимался, а то их убьет. В курсе, да? Нет. Я тут танком только был. Ну, у тебя аддон для хила есть? Вуду, грит. Так, как там, не знаю, просто диспылить надо. Магическая хуйня. Видишь. Это водяная могила, да? Нет, это не диспылится. Там шарик же диспылится. Который станет танком, он диспылится. А тут танк станет разве? Короче, ясно. Нажимаем кнопочку «Путеводитель по подземельям». Где там какой-то босс? Не забагался. Нажимаем... Холод называется. Вот да. Нашел. Вот ли такая. Как...
Ты не ошибешься, тебе надо будет дисплеить то, что дисплеится. Если вдруг не получается, скажешь об этом. Потому что если не дисплеить танк, его просто мобы убьют. Он не парирует, ничего не появляется. Просто отец вот заходит. Ну все, вот видишь, оглушаю на 8 секунд. Тут этого говна не должно быть. Просто отец заходишь. Да. Что ты сегодня ты летаешь, да, по интернету? Так, сопрот не нужен? Нужен, не надо ничего перебивать. Не перебивать, у меня просто 5 минут осталось. Следующий сопрот нужен только на роботе. Все, ты не танк. А если я танк? Че там, просто тебе загрузишься, да? Ты танк, тебе половина загрузки. Трэш мы собираем по 10 мобов и идем сразу под мобы, там сливаем. Не по 20. Там же еще не убитый трэш, который не боссовский. Зальется. Зальется? Сейчас схожу, подведу. Кто босса танчит? Йоту. Да, не окуливать как никогда. Вот лучше бы они вместо маг мурлока сделали, вот прикол. Просто отец зашел. Защитники маг. Бабы по шаману, смотрите. Сили есть. Чек на пол. Че, погодь, я прогружусь. Напоминаю, для тех, кто не хочет сдохнуть, стоять надо за колонной, чтобы вот здесь, где звезда показывает. Если вы встанете куда-то туда, там, ко входу, вы подохнете. Подохнете сразу 250. Чек на пол последний раз. Босса никто не бьет, пока йод он ведет. Так, на счет 3 начинаю агрить босса. Раз, два, три. Веди босса. Туннель. На пулю только хан. Стрим звезде. Сейчас босс будет кастовать. Уже за спиной босса можете находиться. Отлично. Первый трэш лучший. Подальше туда, к ногам босса подходите. Еще провести его. Еще 5 метров проведу. Кастер под босса убить. Все вот это убить. Под босса встаньте там все, а то у вас трэш появится, 5 мобов приедет. Все, отлично. Все, наберешь огромное эти. Роги как под босса подведут, неплохо будет на танк, который подвел на лусы, не дать на лично. И сразу сливайте. Все, веди под босса. Давайте на пул на луцине. 10 секунд, следующий аниме. Один, ты третий, босс. Вок не в ту сторону бежал. Под боссом слейте трэш, зерганите. 15 секунд следует.
Третий флеш. Плохо флеш на третий. Паладин следующих ловишь. 2 секунды флеш. Паладин ловишь. Все, вот эти есть лапы. Под боссом срывай. Ты о чем говоришь? Рано, что подвел ты. Да лоб встанешь, нет? Я вырез. Отлично. Минера подал лоб встать, да? Я могу Чехова резать рядом с твоим, нужен, нет? Синь, следующий трэш. Резать Чехова? Нет. Сильнее по танкам, под боссом. И трэш свичнитесь и зерганите. Нужно нас освободить. Весь рейд свичнитесь в трэш, убейте его. 20 мобов сейчас. Быстрее, быстрее, а то мы подохнем так. Там не 20 мобов, у меня уешка по 10 кап бьется. Убейте, Луц не появился на тебе флеш? Да, могу есть. Добейте лох хпшник. Иди под босс. Чувствую мгновенно. Резу наверх. Больше не падай, осторожней с дамагом. Под боссом трэш начинайте бить. Этих я, следующий 10 ты. Хилим там. Чё смотри, да ёжик. Эти ты забирай. Этих 10 мои, да. Сливайте под боссом трэш, свичитесь его и сливайте. Его не надо копить. ХП сколько у босса, скажите? Процент. 34. Пока трэш сливаем. Целенаправленно. Паладин ловишь на секунду трэш. Не помню. Под боссом сливайте трэша в ноль. Он еще идут по один запрос. Побольше овешки дайте. Пока, пока стоит тут, не веди, пока стоит тут, не веди. Слейте в ноль под боссом трэш. Да. Пока еще играем трэш. Паза на 20, да? Сильнее под боссом трэш переключитесь, потом босса только будете бить. Этого моба вообще никто не бьет. 25%, не 20%. Диспель. Диспель. Танка, танка, танка. Диспелишь, Вадим? И не диспелится это говно. Не отображаю. Хуёво, что не отображает. Аддон другой поставь, Вуду называют. Вуду стоит. Все, Луцинь, освобождайся. Вразка не спать там никто умеет. Я подвожу босса. Пончик есть. Сейчас только босса бейте, уже можешь не подводить. Выводи оттуда, не надо трэш бить. Луцинь, иди из-под босса тоже. Стоим здесь, ловим шары. Пускай вернет трэш, у меня уешка накручивает урон. Давай босса бей. Диспел там. Все, добивайте босса. Шерелла, можно вопрос? Нет. А чё? Как это ДДшник оказался в пятой группе, а хил оказался в четвертой. И те... в итоге хил просел по маме. Как это так вышло вообще? Не перекинулся.
забагалось что-то, наверное. Соточка. Наверное, бой начался, там не получается перекидывать. Ничего страшного, столько друидов. Инра, вижу только 3 в КД. Так, Йотан же назад в ДД. Пошли дальше. Я говорю, Йотан в ДД спектр надо? Ты гидроса танчи. По поводу... Кто там умер? Не доведаешь? Ты умер, там, где вода, там хилов нету. И кричат, что это не про хил, не надо. Че, он не может вот эту хрень из формы выйти и прохилить? Но это не... Там хилы тебя в шарике никогда не похилят, запомни это. Все может. Это самое. Ты танчил ее тут, гидроса? Нет же, говорю, ну я принцип понял, то есть мне вначале в одну сторону подвести, набрать стаки, подвести в другую. И на переходке у него КД агрос бросил. Раска прочил, да? Я не наезжаю на тебя, я просто говорю, писали, что был не прохил. Я говорю, что там бы тебя никто не прохилил. Мы стояли совсем в другой стороне. На транс, можно прыгать. Можно прыгать в форму кота. И почти не дамажит. Самый. Глупости просто говорит. Браска, ты ж танчил, да, гидос, по-моему? Нет, конечно. Ладно, понятно все. Там танчить делать нечего, объяснишь просто. В танке будь ее тут. Ну блин, ну и что, что ты умер в сфере, но это не хилы виноваты, услышь меня. Да хватит уже, чё вы? Бейте мобы лучше. Понравилось, как чувак, короче, я бегу к боссу, а он от босса после сфера. Ну ты даёшь, завязывай, Дима, бабей. Оп, пофиксили Ваня с Рогом. Пофиксили. Пофиксили. Чё, мобу? Да там око хэм пофиксили. Так, не работает. У Алара урон снизили, короче, на 5%. Ну сейчас пойдем Алара, значит, выйти. Читай там. Поэтому в Сирусе есть. Надо Редвара поменять. Он что, уходит? Да, он сказал, надо ему уехать срочно. Ааа, Кисяша, плюс-плюс. Пинхилится-то. Видишь, Настя, у тебя солидарник есть. Видишь, камушка какая новая, что хилится. Нет, Настя решила, чтоб я страдала после вчерашнего. Что, просто отец зайдет, нет? Я захожу. Так, после перезагрузки. Эдвару ИП дали за босса? Да. Значит, ты можешь идти. Навка. Суманите. Все работает. Ты ко мне сумал сейчас ДДшника всех. Задамажил моба. Зачем дамажить, там уже бах и нету мол. Пошли. Конечно, не идут. Они не идут уже? А чё, чё за хуйня? Вот нету вроде мобов. А чё вы говорите, что забагалось? Видимо урок, видимо урок пофиксили у хантов-то. Понятно. И хорошо, что нет мобов. Значит, йоту в боссе. Ну-ка, дай этот респект гляну. Будет задних чистим? Нет. Воли мертвых нет, блядь. Как ты ДК вкачивал, блядь? Я написал, чуваки, скиньте кто-нибудь, блядь, с меня танк респект мне скинули, я его вкачал. Пиздец просто. Чё это за хуйня? По мейн танк, да, у чувака по спеку, да? Нет.
В ДДС Пекасе, в Раска в танке. Вот там ты мне все больше и больше нравишься, красавчик. В смысле, я опоздал так, чтобы в РБК в очередь не сидел. Единственное, что у тебя лишнее на танке, это тринька. Вот это вот вообще, как бы, пиздец несусветный. В Раска будет босса танчить. Мы с Луцинием этого самого. Вадим, есть спек ДД? Да. Не услышал, есть? Да, 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 есть. Давай тоже в ретрика. Значит, на 100% будешь просто переводить трое напульщиков, вы свою задачу в курсе, да? Как босс сменил цвет, на пул на враску даем. Всему остальному рейду, как стопать и куда и где находиться своими телами, вот объясняю на пальцах. Когда босс там танчится, он не вызывает никого. Когда босса переводите в кружок, он меняет цвет на зеленый, вызывает 4 моба. Где-то вот на середине, вот здесь какая-то линия есть, где босс вызывает этих мобов. Когда босса будут переводить, вы все должны находиться здесь, в кружке. Что милики, что хилы, что РДД, абсолютно все, любые. Потому что дотки ваши тикают на боссе. Если вдруг босс, когда пересечет линию, вызовет 4 мобов, и какие-то доты будут тикать от лока, который стоит там, где в звезде он стоит, и босс сорвется на него, потому что агро у него в ноль обнуляется, то босс вызовет еще 4 моба, и это будет вайп от мобов. Вот основную хуйню вы должны понять. Вот синь, справа я слева. Так, ты у меня что? Хиле, хорошо, хиль, хорошенько в раску. Остальные хилы там все знают. Только так, давай не раз, два, три. Я таймер. Танчим таймер по старой добить. Или по новой? Как, блядь? Тенна будем переводить? Я тебе скажу. Да? Можно тотем постоянно, от льда? Чем быстрее от льда тотем поставить. А постоянно, и... чем быстрее вы сольете 4 мобов, тем быстрее можешь переводить. Можно Рыб. Тотем Прото... от льда и сопротивление от природы, пожалуйста. Протауру дайте. Липал готов? Нет, где встать? Когда начинается босс танчиться в звездочке, в раской, ты стоишь вот здесь, где звездочка на медведе, видишь? И спокойно себе хилишь. Когда босса переводят, ты отбегаешь сюда, чтобы босс не сорвался от хила на тебя. Вот здесь стоишь. Босса перевели. Как только босса перевели, подвели мобов под босса, начинают их бить. Ты сменил свое местоположение на звездочку, 3D-метку, видишь? Да. И хилишь. Когда боссы переводят, босс вызывает следующих 4 мобов. Ты немножко сместился к стене, чтобы босс на тебя не сорвался. Но не через эту линию. Вот между этими флагами линия проходит невидимо. Здесь босс вызывает мобов и меняет цвет. Ты должен находиться за этими флагами. Там. Все остальные, весь рейд тоже. Что еще непонятно? На пулы даются только на враску. Чипсы. Давай свой макрос. ДД уже перебежали в кружок. Только не в сам кружок, там босс, потому что уже перешли. Готовься, скоро переводить. Переводи. Стопнули все дома.
сильно потрешу. Очень сильно, зергайте его. Чем быстрее его убьете, тем проще будет. Еще 5 секунд буквально трэш добейте. Все и так по КД. Прибежали на ту сторону, все РДД абсолютно. Добили мобов. Переводи. Добили мобов, только мобов. Переводи. Ну так сразу не приводи, чтобы не набрали агросовую на своих ногах. Мобов сильнее зерга. Шторы, маска, черный ночь, кровавый. Весь рейд переключайтесь в мобов. Весь рейд в мобов. Кулбафы по вару и роги. Полина. Прожимочку в раз, давай. Мобов добили. Переводи. Перебежали все. 100 бпс. Пока тут резвие кровавого. Баф пару. Набери свое огромно бабах, не подводи. Все подводи. Свищнитесь в мобу. За секунд 10-15 их залейте. Еще сильнее убейте быстрее. Перебежали, переводи. Стоп, мы дамаг по боссу будем трешки. Прыгай быстрее, право, лево, долго идешь. Может убить. Так просто если я далеко отбегу, я потом, блядь, не достану ударом щитом, и он побежит, блядь. Как с магом была такая хуйня. Бьем на бок. Сильнее в мобок переключитесь весь рейд. Только в мобок. Сильно заулежьте сейчас. Времени мало. Прожимки есть какие-то? Враска. У меня полтинник 7 секунд. Как откатится, сразу давай. Иннер просто. Иннеры раздайте. Переводи, я перебежали. Прожимайся, переводи одновременно и перебежали. Захил. Так, что там? Добиваем босса. Мобов не подводи под бот. И ДПС по боссу. Я, кстати, защитник 48 секунд засечу. Ревность? Да. Силим танков и все. Зергайте босса. Зубы есть, япончик? Скажу, ты тут, япончик? Если сложат, готовьтесь ловить. Стойте все на этой стороне, чтобы мобы не появились. Сова, перебеги. Энги, перебеги. Все, добивайте тогда. Не знаю, что вы там говорите, не захилится, все захилится, все убьет, все затанчится.
Ну да, Слава, все, была не права. Ну а что? Ну это хотя бы не паладин. Начинайте верить, ребята, в хорошее. Убили. Если бы не паладин, убили бы. Да, верю в хорошее. Вот. Всегда, всегда в это верю. А, ты в ШП был? Понятно. А, я и забыл. Так, я сейчас тебя хулипало скину. А ДЦшник нужен на вайш? Кто знает? Нет. Нет. Особо нет. Капала тогда кинул, да? Особо нет. Бежим к вайшу, пока там вот раз это самое. Я в ДД? Давай в Раску в ДД, вон Луцин, в принципе, да, мы закончим с ним, но... Ну, вдвоем. Два танка всего лишь надо. Сейчас добегайте, я метки поставлю, всех распределю. Никто никуда не отходит. Только на пул, уважаемые, на пул.